Привет, друзья! Давайте рассмотрим красивую английскую фразу «all things considered». Я думаю, можно додуматься сразу же, что она означает, даже раньше с ней не сталкиваясь. «All things considered» как – бы все вещи у нас обдуманы, продуманы и так далее. Переходим к переводу «all things considered» на русский язык. So «all things considered» означает, приняв во внимание все нюансы, все аспекты, проанализировав ситуацию, тщательно все взвесив, в общем, там, в общем говоря. А также еще есть такой оттенок значения второй, который можно сформулировать так. Принимая во внимание как бы сложившуюся ситуацию, в смысле, что не все так классно было, как хотелось бы, но в общем, да, вот, и это все укладывается в фразу all things considered. Ну да, несмотря на определенные затруднения и так далее. Сейчас мы с вами приведем примерчики, и будет понятно окончательно, что я имею в виду. Okay, now in English. Let's explain this idiom in English. So, all things considered means after careful consideration and thinking, or taking into account all the circumstances, generally speaking, in general, by and large, on the whole, and the second shade of meaning, when we want to say that not everything was so pleasing, but in general, something was something was good. All right. And one more, like within constraints of the situation. Так, принимая во внимание ограничения, которые налагает данная ситуация. Within the constraints of the situation. Okay, let's look at the examples. Let's listen to the examples, better to say. Yeah. Okay, example number one. Пример номер один. Actually, his family is doing quite well, all things considered. Вообще-то, его семья чувствует себя нормально. По правде говоря, или в общем говоря, принимая во внимание все обстоятельства. То есть, у семьи дела идут хорошо. И сзади ставится вот это all things considered. Может быть, до этого те, кто общаются, они взвешивали ситуацию, анализировали и так далее, что у семьи были какие-то, может быть, вопросы, или кто-то говорил, что у семьи дела не так идут хорошо, но взвесив все обстоятельства, принимая во внимание все нюансы, вот можно сказать, что у семьи дела идут довольно хорошо. All things considered. All right, example number two. The party was great, all things considered. Вечеринка была великолепная. Принимая во внимание, как бы, несмотря на определенные обстоятельства. Okay, in English it is written, for example, I can explain, something was not so pleasing, but in general the party was good. То есть, в принципе, в общем, вечеринка удалась. Хотя что-то было не так приятно, как нам хотелось. All right, example number three. Though not so many students got excellent marks, all things considered, the exam passed well. Хотя не все студенты получили там отличные отметки, в общем, экзамен удался. All things considered. Принимая во внимание все нюансы. Может быть, имеется, например, мы можем иметь в виду, что в других университетах или школах сдали еще хуже. То есть в этой школе студенты, хотя не все получили отличные, но по сравнению со школой номер там 134, то в принципе и 135-136, в этой школе дела прошли классно, экзамен удался. All things considered. Example number three. Номер четыре. Although John had to stay clear of the alcohol, he indulged himself a little and had a couple of glasses of beer, so he relaxed perfectly, all things considered. Хотя Джону алкоголя типа нельзя, но он все-таки немножко себя решил побаловать и пропустил пару бокальчиков пива, и поэтому, принимая во внимание его ситуацию, он расслабился обалденно. То есть здесь all things considered подразумевает, что не так все просто у Джона насчет алкоголя, но и даже несмотря на то, что он выпил всего пару бокальчиков пива, в отличие там от основной части компании, которая выпила по 150 бокальчиков пива, да, все равно для него, в его случае, в его ситуации, вот это all things considered, вечер удался. Окей, друзья. Классная фраза, используйте ее на здоровье и украшайте свой английский. С вами был Дмитрий Карапенко, и встретимся в следующих видео.